В Заурале в честь 80-летнего писателя переименуют областную детскую библиотеку. Речь идет о заслуженном работнике культуры РСФСР Викторе Потанине. Такое решение было озвучено накануне в областном правительстве. По мнению региональных властей, такой жест в год 80-летия заслуженного земляка станет своеобразной данью уважения. Торжественная церемония запланирована на следующую неделю. Отметим, Виктор Потанин является почетным гражданином Курганской области, лауреатом международных и всероссийских премий. Все его труды переведены на основные европейские языки. Однако особую радость писатель испытывает от того, что его произведения впервые вышли в свет в Китае. За свои заслуги в прошлом году Виктор Федорович получил благодарность президента России. Даже мне сказали знающие люди, вероятно, или он, или кто-то из его близких читает ваши книги. Потому что на благодарность президента мало, значит, бумаг от губернатора и прочее. Это не имеет значения. Понимаете, там надо, в общем-то, раскрывать книги, чтобы президент вот подписал такую бумагу. Литература – это наша духовность. И если сильна и могучая духовность, значит, сильна и могучая Россия.